Персидские бессмертные были элитными тяжелыми пехотинцами. Всего их насчитывалось 10 тысяч человек, и они составляли ядро персидской армии эпохи Ахеменидов. Бессмертные сражались под началом Кира Великого, Камбиса и Дария Великого. Вне поля боя они служили гвардией, охранявшей царский дворец. Вооружены они были короткими копьями, мечами, луками и стрелами. Защищали бессмертных легкие щиты и чешуйчатая броня. Как писал Геродот, они блистали множеством роскошных золотых украшений. Их сопровождали повозки с наложницами и множеством прислуги в богатых одеждах. Продовольствие для них везли отдельно от прочих воинов.